вступления в силу приговора за шпионаж трем жителям Мелитополя. И история преступлений этих шпионов, рассчитывающих теперь на обмен. Задержание браконьера с осетрами и севрюгой. Там улов потянул на 9,5 миллионов рублей. Сразу два пожара на этой неделе, один из которых не обошелся без жертв. Приговор за торговлю наркотиками, неудачная попытка наладить связь с заключенными, браконьерские раки и кража чермета. Все это в итоговой сводке ростовского городового. В студии Анастасия Фериченкова. Здравствуйте. 13, 12 и 11 лет в колонии строгого режима. Такие сроки получили три украинских шпиона. В силу вступил приговор Ростовского областного суда. На основании собранных ФСБ материалов установлено, на жителя Мелитополя Запорожской области Сергея Бутнаря вышла служба безопасности Украины и предложила собирать и передавать сведения о сотрудниках правоохранительных органов и работниках администрации, местоположении техники и солдат российской армии. Тот согласился, да еще и подключил к этому делу двух знакомых мелитопольцев – Олега Зубова и Игоря Артеменко. Они передавали СБУ информацию о местах размещения средств ПВО, перемещении военной техники и виде комендантского и административного режимов в Мелитополе. В суде подсудимые Бутнарь, Зубов и Артеменко вину полностью признали. И по статье «Шпионаж» получили 13, 12 и 11 лет строгача соответственно. Осужденные Бутнарь, Зубов и Артеменко, кстати, шпионами себя не считают. А передачу данных о российской технике в начале спецоперации называют патриотическим долгом. Но это не освобождает их от ответственности. В апреле 2022-го в Мелитополе они задержаны сотрудниками Донского управления ФСБ. И вот уже почти два года надеются на обмен. Подробности у моей коллеги. Дежурный доклад. Говорит начальник, как садишься, не задержат. Жалоб, заявлений нет. Доклад лежу по камере, задержит Бутнарь Сергеевич. 60 года рождения. На выход. Так тоже чай. Руки ласточкой вверх, лицо в пол. И так уже второй год. В апреле 22-го Сергея Бутнаря задержали по подозрению в шпионаже. На момент начала спецоперации бывший подполковник украинской полиции занимал должность замначальника управления госслужбы Украины по вопросам ЧС и противодействия коррупции Мелитополя. И после сигнала сбора по тревоге 24 февраля ему позвонил начальник отдела СБУ по Запорожской области. Необходимо найти среди жителей города Мелитополя лиц более настроенных проукраинских, как вы взгляды патриотические. Необходимо собрать разведданные по поводу ПЗРК ПВО Российской Федерации, по поводу, кто охраняет аэродром города Мелитополя. Также, если есть большие скопления военной техники, а также среди и лиц гражданского населения украинского, которые стали коллаборационистами, перешли на сторону военно-гражданской администрации Российской Федерации. В тот же день, 24 февраля, Бутнарь созвонился с бывшим сослуживцем Игорем Артеменко, когда-то замначальника уголовного розыска Мелитополя, а на момент начала СВО уже 10 лет как пенсионером МВД. В его задачу входило передавать через мессенджер данные о российских системах ПВО на военном аэродроме Мелитополя. Но уже в апреле он был арестован. Город находится в пересечении основных трасс Харьков-Симферополь и Одесса-Ростов. Поэтому основная масса вся шла с Крыма через Мелитополь и практически по улицам, по всему острову. Если необходимо более что-то конкретизировать, я выезжал и конкретизировал. Третий и последний участник разведгруппы Бутнаря – Олег Зубов. Как и все его товарищи по шпионажу, бывший сотрудник органов внутренних дел Украины. После 2014 года стал заниматься политикой. Тогда у него и сформировались радикальные проукраинские взгляды. На месте в 99-м майор Зубов закончил службу в должности замначальника следствия, занимался адвокатской практикой. С Сергеем Бутнарем близко общался больше 15 лет. Вышел на него сам в начале марта 22-го. Интересовали детали спецоперации и стал с ним работать. Вот то, что я передал касательно С-300 ПВО, комплекса ПВО, и то, что я передавал информацию относительно судей, которые стали сотрудничать и стали работать с Российской Федерацией. За полтора месяца разведпоиска Зубов передал сведения о так называемых коллаборационистах, трех полицейских и пяти адвокатах, сотрудничающих с военно-гражданской администрацией России.
Данные Бутнарю передавал при встречах. Задержан в апреле 22-го. Цитата. «При проявлении необоснованного интереса к кадровому составу вновь сформированных судебных органов». Олег, вот! Так точно. Ну, рычагом марш. Так точно, Олег. Час в день на свежем воздухе и только по одному. У каждого из них одиночное заключение. О задержании товарищей узнали уже на допросе. А о том, что в сети осведомителей, кроме Бутнаря, есть еще кто-то, ни Артеменко, ни Зубов не подозревали. При задержании не сопротивлялись. Вышеуказанные лица осуществляли сбор сведений о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации и местах дислокации по заданию Службы безопасности Украины. Вся вышеуказанная противоправная деятельность изобличена, угроза безопасности Российской Федерации не допущена. Приступить к получению пищи. Так точно, разрешаю. На обед – борщ, картошка с мясом и чай, потом личное время. Из развлечений – книги «Тихий дон» Шолохова, «Война и мир» Толстого, «Белые ночи» Достоевского и «Вечный зов» Иванова и «Надежда на обмен». Встали, построились. Что Украина не забудет, и руководители не забудут про это, и близкие, знакомые. Оценишь, что я дал Украине больше 30 лет, с первого дня независимости Украины при присягу и на верность. И до сих пор служил до момента задержания. Сожалею, может быть, о каких-то поступках своих неправильных. А раскаиваться как-то... Я по своей линии выполнял свои функциональные обязанности. Сначала были какие-то сомнения, потому что сам понимал, что такая информация несет какую-то ответственность. Ну, было заверение из чувства тоже патриотического долга. У меня нет неприязни к русскому народу. У меня нет неприязни к российской армии. Я принимал присягу на верность Украине и украинскому народу. Так и остался верен ей. Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Первый, Ростовский. Сильный пожар всю ночь с понедельника на вторник тушили в Зернограде. Около половины 10 вечера загорелась крыша трехэтажного многоквартирного дома. И огонь распространился на 800 метров площади. Пожарные эвакуировали 35 жильцов. 11 из них отправили в пункт временного размещения. Остальные у родственников. 50 спасателей работали на месте с помощью 15 единиц техники. Только в районе 5 часов утра удалось локализовать огонь, а в 9 утра потушить открытое горение. И спустя еще 4 часа полностью ликвидировать. При разборе завалов в одной из квартир обнаружена погибшая женщина 1953 года рождения. Игры с зажигалкой едва не закончились трагедией. Так теперь выглядит квартира многодетной семьи в Новочеркасске. Чудом обошлось без жертв. Дети подожгли зажигалкой вещи, испугались и спрятались под кровать. А мать из-за быстрого распространения огня и сильного дыма не смогла их найти. И только приехавшие спасатели потушили огонь на 15 квадратных метрах и вынесли из огня детей. Медицинская помощь им не понадобилась. Параллельно из дома эвакуировали 30 человек. 11 лет проведет в колонии строгого режима житель Гуково за торговлю наркотиками. Работал подсудимый Селецов в составе группы. Наркотики закупались через интернет и потом распространялись в закладках. Попался он на проверочные закупки правоохранителей. Подставной клиент под псевдонимом Е купил у Селецова 4,5 грамма запрещенного вещества и передал оперативникам. Заметим, что на суде Селецов вину не признал, но все равно получил 11 лет строгача за незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Русский осетр, стерлядь, севрюга. Такие дорогие экземпляры обнаружили сотрудники погрануправления ФСБ в улове браконьера под Таганрогом. С ним были десятки сетей и около 2000 рыбин, в том числе краснокнижных. Ущерб по предварительной оценке превысил 9,5 миллионов рублей. По статье о незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу, браконьеру грозит до 9 лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей.
33-летняя жительница шахт устроила у себя дома наркопритон. Она уже была судима за кражу, теперь решила в криминальном деле переквалифицироваться. Давала место наркоманам за дозу. Полицейские задержали ее и 4 постоянных клиентов. В помещении нашли шприцы с остатками N-метилэфедрона и другие приспособления для употребления химии. Составлены административные протоколы за употребление, а владелице досталось уголовное дело за организацию наркопритона. Она дала подписку о невыезде. Наркотики не перестают атаковать донские СИЗО. Так, например, 1 марта в Новочеркасске подельники с воли пытались передать заключенным сахар в перемешку с белым порошком и сухое пюре быстрого приготовления с примесями прозрачного кристаллического вещества. Но все это при досмотре посылок обнаружила служебная собака. Автору посылки теперь грозит уголовное дело, а в ростовское СИЗО днем позже пытались передать брюки, в поясе которых был спрятан сверток с белым порошком. Два связиста 23 и 40 лет попались у стен Новочеркасской колонии при попытке наладить связь с заключенными, а именно перебросить им через забор вот эти 9 свертков с телефонами. При личном досмотре сотрудники колонии нашли 10 телефонов, 7 зарядных устройств, 8 USB-проводов, 4 пары наушников и 2 полулитровые бутылки спиртного. Теперь их за успех операции не выпьешь. Все найденное изъято, а взамен будет административное наказание. 2 человека попали в больницу после ночного ДТП на Малиновского. Ночью в 23:10 в районе дома 72/2 29-летний водитель на Митсубиси врезался в Мерседес, который отбросило в столб. Виновник аварии и его 24-летний пассажир с травмами в больнице. 48-летний житель хутора Уютного, видимо, решил сделать свою жизнь еще уютнее и подзаработать на раках. Вот только способ выбрал неправильный. Установил 3 раколовки и поймал в них 100 членистоногих, а полицейские это заметили. Ущерб природе оценили в 20 тысяч рублей. Раков и орудия лова изъяли, а закончится вся эта история уголовным делом за браконьерство. 600 граммов лома чермета из полувагона грузового поезда пытался украсть 41-летний житель Каменска-Шахтинского. Сдать их в пункт приема металлолома и заработать 15 тысяч рублей. А в итоге за такую сумму заработал уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит 2 года колонии. На этом у меня все. До встречи.